Приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Сегодня мой гость Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Руслан, добрый вам день. Да, здравствуйте, Дина. Руслан, сегодня утро понедельника. Для многих россиян, как и для многих украинцев, уже на протяжении 9 месяцев началось со взрывов. У них произошли взрывы на военных аэродромах в Енгельсе и Рязани. И, как утверждают, что особенность этих аэродромов в том, что именно на них базируется дальняя стратегическая авиация ВКС Российской Федерации, которая в том числе и наносит ракетные удары по территории Украины. И вот теперь там произошли диверсии, что с огромной вероятностью потянут за собой и другие последствия. Какие это будут последствия для Украины? Ну, в российских ультрапатриотических пабликах уже начинают раскручивать активно призывы в отношении того, что необходимо наносить ядерный удар по территории Украины. Поскольку эти два аэродрома специфически тем, что на них размещена воздушная часть ядерной триады российской. То есть на них размещены бомбардировщики, носители, потенциальные носители ядерного оружия, а в соответствии с российской военной доктриной атака на объекты ядерной триады российской является прямым поводом для применения ядерного оружия. И, к сожалению, это может быть еще и легко устраиваемая провокация, мы тоже должны понимать, потому что до этих аэродромов как минимум 650-800 километров. Расстояние огромное, с территории Украины вряд ли туда что-то может долететь, хотя нельзя исключить, что эти дроны диверсионными группами могут запускаться непосредственно с территории России, или российским подпольщиками могут запускаться с территории России. Но в то же время нельзя исключить, что за этим стоит какого-либо провокация для того, чтобы поднять градус вот этой ядерной угрозы, ядерного шантажа. И пока мы это видим мы не видим какого-то сильного такого всплеска, уж наката со стороны российских официальных лиц, но за кулисами там идут другие дипломатические процессы. Я не исключаю, что сегодня там могли быть предъявлены со стороны России какие-то претензии своего рода в этой части. Ну, повод появляется, не хочу никого этим всем запугивать. Украина сегодня вправе выбирать в качестве своих целей любые военные объекты на территории России, до которых Украина дотягивается, идет полноценная война. Тут, но мы должны понимать, что это будет, безусловно, будет использоваться, потому что вот эти воздушные платформы для ядерного оружия, они часть этой триады ядерной российской наравне с флотом и наравне с наземными ракетными комплексами, которые тоже могут использоваться как носители ядерного оружия. И, конечно, все это создает повод, все это создает определенную угрозу для корня российского влияния в мире, для их ядерного статуса. Правильно ли я понимаю, Руслан, что если бы хотела Россия нанести ядерный удар, она бы это сделала, потому что наносились удары уже по ее а-ля территориям, там, в Херсоне, например? Ну, то есть это не просто совсем такой акт запугивания, а никакого ядерного удара не будет? Ну, не совсем как бы так. Смотрите, вопрос не в Херсоне, и даже не в Крыме. Я имею в виду просто территории, которые были украинские, но сейчас Украина по них наносит удары, защищает, да? А эта территория уже считаются а-ля российскими. А так как идет покушение на их территорию, они могут применять уже ядерный удар. Я в этом аспекте. Я тоже в этом аспекте. Дело в том, что наносятся удары и на исконно российских территориях. Брянская область, Белгородская область. Они страдают от войны. С точки зрения формальной, в России давно есть поводы. Но в России нет сегодня дальше плана, а что будет дальше. Потому что применение ядерного оружия в отношении Украины, не ядерного государства, подчеркиваю в данный момент, оно будет не только выведет российскую власть за границы просто человеческого и дипломатического общения, но оно будет осуждено и в странах третьего мира, не западного блока. Это не поддержит ни в Китае, ни в Индии. Нигде ни этого не поддержит. Поэтому вот что дальше? Можно применить это оружие, но что дальше? Кроме того, военный эффект применения этого оружия, он не такой уж значительный с точки зрения нынешней войны.
он более значителен, если применять его в отношении больших человеческих агломераций. Но тогда миллионы погибших навсегда занесут российское государство и российских лидеров в объект террористических, в объект нерукопожатых. Кроме того, эти города, они же Россия считает своими русскими. То есть нет хорошего выхода из этой ситуации, можно применить. Поводы феноменальные есть, но вот что делать дальше после этого применения? Насколько Россия сама приблизится к прямому столкновению с НАТО? Насколько возможны удары по самой российской территории, поскольку ее применение ядерного оружия по территории Украины будет говорить о ее неадекватности, недоговоримости самого российского режима. Тут много возникает вопросов. Я не исключаю, что это оружие все же может быть применено по Украине, но пока что, мне кажется, его применение несет больше рисков для самой России, нежели какой-то военной выгоды. Тем более, что ж, напомню, что цели России – это не только Украина. Цель России – это смена глобального миропорядка. Поэтому, я думаю, даже эти удары по авиабазам российским, они будут проглочены. Возможно, ответ будет таким себе симметричным, не асимметричным, а именно симметричным, то есть усиление бомбардировки украинской инфраструктуры. Возможно, этот вопрос снова резко поставят где-то в закулисном диалоге. Россия пытается использовать эти атаки на аэродром для оказания давления на Европу и США, но ожидать каких-то вот ответных ударов, тем более ядерных, я думаю, я бы не стал бы. Вероятность этому пока что мизерна. Продолжение темы. Обычно Россия в ответ на какую-то бомбардировку, там, например, за Крымский мост, за крейсер «Москва», надо было там 1-2 дня, и они наносили ракетные массированные удары по территории Украины. И вот сегодня там около 3 часов дня, либо 2 часов дня по всей Украине воздушная тревога, были нанесены ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, Одесса обесточена, Сумы и так далее, то как трактовать сегодняшнюю атаку? Это ответ за авиабазы или это запланированная акция? Ну вот что-то пошло не по плану и произошли взрывы и в России. Ну, 12 дней не было атаки. Хотя раньше они случались где-то в режиме раз в неделю. Вы знаете, мы сейчас с вами разговариваем в 17.14 5 декабря. И пока что у меня есть очень многоступенчатый ответ на этот вопрос. С одной стороны, возможно, это реакция и такая элемент мести за нанесение ударов по российским аэродромам. С другой стороны, прошло много времени, и, очевидно, Россия могла накопить запас ракет для более масштабного удара. И все же это не 100 ракет, не 120 ракет, которые прилетали на территорию Украины. Если посчитать наши сводки ПВО, это около 50 ракет. Не более того. Поэтому тут возможны ответы. Возможно, это такая нервная реакция в ситуации, когда Россия еще не готова к новой атаке. Возможно, это только первый этап. И после этого нас ждут новые волны атак в ближайшие часы или дни. И мы увидим новые волны атак на украинскую инфраструктуру. Возможно, Россия все же исчерпала запасы вооружений и сегодня вынуждена их экономить. И больше, как в ближайшее время, будет не способна наращивать темп и объемы этих атак. Мы пока не знаем. Видим, что ущерб нанесен Украине, но ущерб несопоставимо меньше по сравнению с предыдущими атаками. Вот на момент комментирования, хотя пока что мы не понимаем, как ситуация будет развиваться дальше. Завтра день ВСУ. Как вы думаете, будут ли атаки? Или Россия уже не привязывается никаким датам? Вот насобирали оружие и сразу пустили. Ну, понимаете, Россия привязывается к своим каким-то датам, когда она идет на волне успеха. Тогда она пытается концентрировать этот успех в какие-то даты. Когда она не на волне успеха, то мы видим, как Россия игнорирует многочисленные даты. У нас тут скоро дата основания Советского Союза, столетие. Там и все такое. Но все это будет проигнорировано, поэтому я не думаю, что Россия будет привязываться к этим датам. Хотя, конечно, в целом удары в день ВСУ, они вполне возможны.
Видим, что пока что остается интрига в отношении способностей России продолжать эти удары, потому что сегодня мы пережили не восьмую, наверное, уже, а там 28-ю волну этих авиационных ударов. Если начать с начала войны, если вспомнить атаку на нашу железнодорожную инфраструктуру, подстанции, если вспомнить атаку на наши нефтебазы в свое время, то это уже попытка, наверное, в 28-й раз разрушить нашу инфраструктуру, создать условия для гуманитарного, логистического, энергетического кризиса в Украине. Ну, пока что Россия не успешна. Поэтому удары будут продолжаться, очевидно, но вот сегодня, после сегодняшнего удара возникла дилемма в отношении российской способности, и мы, кстати, видим улучшение, явное улучшение работы украинских противовоздушных сил. Сегодня России не удалось перегрузить военно-воздушные силы Украины, высок вариант, очень высок вариант сбития. И понимаем, что поступает новая техника, понимаем, что сами противовоздушные силы, силы противоракетной обороны усовершенствуют свою работу, изучая российскую тактику и методы. И я думаю, что Россия чем дальше, тем это, скорее всего, наносить такие удары по территории Украины безнаказанно будет сложнее. Сегодня, кстати, 28-я годовщина подписания Будапештского меморандума, который должен был гарантировать Украине целостность и защиту в обмен на отказ от третьего в мире ядерного арсенала, но, как оказалось, это просто бесполезная бумажка. Хочу с вами еще обсудить одну тему. В СМИ появилась информация о том, что Путин может согласиться вернуть Украине ЗС всех военнопленных и отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре в обмен на перезапуск аммиакопровода Тольятти-Одесса. Там объясняется, что Россия сейчас осталась почти без возможности экспортировать природный газ, девать его там некуда, и переработка его в аммиак и экспорт в таком виде могут дать хоть какой-то заработок Газпрому и спасут его от полного закрытия и потери месторождений. И как бы вы прокомментировали вот такое заявление, насколько оно возможно? Но это не совсем так, потому что газ продолжает идти в Китае, он продолжает идти в виде СПГ, сжиженных форматов по всему миру, он продолжает идти через турецкие южные потоки в Европу, он продолжает идти транзитом через нас, в том числе, поэтому продолжает транзитом через нас идти и нефть. Ну, да, конечно, Россия потеряла европейский рынок, и это сказалось на «Газпроме», потому что на 18% добычи его упало на протяжении этого года, и приблизительно на 40% выручка, на европейских рынках особенно. И, безусловно, сказывается, но мы должны понимать, что Запорожская АЭС стоит 20 миллиардов долларов по самым скромным оценкам. А транзит газа, транзит аммиака, ну, может приносить где-то около 1-2 миллиардов долларов в месяц. То есть это годичная стоимость этого транзита. Кроме того, репутационно потеря Энергодара, потеря ЗАЭС для России тоже очень тяжела. Кроме того, с военной точки зрения, если мы сможем освободить вот этот энергодарский рог, то все сухопутные коммуникации в Крым российские окажутся под очень серьезной угрозой. Я в такой сценарий не верю. Не верю, он выглядит сегодня несбалансированным. Если мы так, особенно еще если говорим об обмене всех военнопленных, в России до сих пор находится около 5-7 тысяч украинских военнопленных. Я думаю, что это маловероятно. Если же все-таки он начнет реализовываться, знайте, что за ним стоит что-то большее. То есть что за этим сценарием стоят какие-то скрытые, тайные политические или военные договоренности, которые не обнародуются, ну, по причине их непопулярности, возможно, этих договоренностей. Поэтому демилитаризация ЗАЭС, например, вывод тяжелых вооружений, размещение там постоянных наблюдателей в широком контексте, более в расширенной миссии МАГАТЭ, передача электроэнергии ЗАЭС в украинскую энергетическую систему, отказ России от нанесения ударов по нашей энергетической инфраструктуре – это вполне возможные сценарии в обмен на, например, на транзит аммиака. Хотя мы видим, что с военной точки зрения сегодня только разрушение украинской энергетической инфраструктуры остался фактически последним или предпоследним инструментом хоть какого-то
влияние России на военную ситуацию ввиду того, что наземные бои, бои на линии фронта особого успеха России не приносят? Россия, ну, как утверждают многие, вот эта вся информация и вся штука о том, что Россия отправляет в конвертах в посольство Украины конверты с глазами животных. Появилась информация, Олег Николенко, спикер МИД Украины, сообщил, что уже и в Мадриде генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге уже отправили. Это своеобразный шантаж, потому что, ну, если почитать, то глаза животных, это там прям многим объясняется, почему именно так. Ну, я не знаю, я не исключаю, что за этим стоят какие-то радикальные российские группы. Ну, говорят, что там ЧВК Вагнер стоит или еще кто-то. Я не исключаю, что за этим стоят какие-то радикальные левацкие группы внутри Европейского Союза. Угу. Тут сложно говорить, я не вижу, какой эффект это дает. Вот какой эффект? Вы думаете, наши сотрудники посольств, насмотревшись того, что происходит в нашей стране, испугаются глаз животных? Да, нет, конечно. Не думаю. Или петарды в конверте, да? Но в то же время, конечно, это привлекает внимание к украинским дипломатическим ведомствам, и это потенциально в значительной мере ухудшает еще образ стран, людей или организаций, которые занимаются вот такой формой террора. Угу. Очень странная ситуация. Даже политического эффекта, какого-то негативного воздействия на Украину, она не будет иметь, она в большей мере дискредитирует те структуры, страны или, говорю, лица, которые рассылают эти письма. Ну, это мерзко, это даже мерзко. Да. И давайте немножко еще перейдем к геополитике. В Конгрессе США идет работа над альтернативной признанию Российской Федерации страной-спонсором терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Руслан, может, вы объясните, что такое альтернативная и что может быть альтернативой? А тут все просто, смотрите. Дело в том, что Америка – это все же страна закона, страна нормы, страна бюрократии. И признание той или иной страной-спонсором терроризма в Америке ведет фактически к прерыванию контактов с ней или очень серьезному ограничению. И американские коллеги говорят о том, что вот если Россию признать спонсором терроризма, целый спектр отношений рушится. Начинают американо-российского диалога о стратегической стабильности – буквально недавно его Нарышкин с Бернсом этот диалог продолжали. Заканчивая вопросами МКС, обмены данными по террористическим организациям, договором в сфере ядерной безопасности, работой международных и гуманитарных организаций. Госдепартамент прямо заявил, что признание России в таком статусе приведет к тому, что мы не сможем так помогать украинцам, как раньше, но там не дозвучала цитата, на оккупированных территориях. Потому что как будут работать международные гуманитарные организации с членством США на стране, которая является террористической организацией или спонсором терроризма? Тут целый комплекс отношений рубится. Американцы к этому относятся ответственно. Очень. Потому что для них такой статус означает юридические последствия. В отличие от европейцев. В европейских странах, в странах Балтии, Польши, других странах, такого законодательства нет. Их признание России страной терроризма – это политическое заявление, политическая позиция, политическая оценка, декларация, которая не приводит к конкретным последствиям правовым, не ограничивает возможность где-то воевать, а где-то сотрудничать с Россией, где-то продолжать диалог. Понимаете? Поэтому Европейский парламент вообще в этом деле свободен, потому что решения Европейского парламента носят рекомендационный характер. И вот в чем разница. Поэтому европейцам руки развязаны, они декларируют эту позицию, потому что понимают, что все же она не сужает поле для маневра, для реальных их действий. Американцы так не могут. И американцы вынуждены будут разрабатывать какую-то другую модель. Скорее всего, признание отдельных российских структур террористическими. Например, ЧВК, Вагнер и все остальные. Альтернативную, но ответственную модель. Потому что американцы подходят к этому очень ответственно.
Обратите внимание, что фактически выкачена, вот последнюю неделю фактически Россия, в России выкачен публичный ультиматум. Потому что заявлено о том, что будет создаваться, Франция заявлена, поддержана в США, международный трибунал по России. Конечно, кстати, как вы думаете, почему именно Франция инициировала это, там, например, не Польша, да, вот, а тут Эммануэль Макрон, тут как тук, то он создает такую инициативу? Во-первых, Франция очень обижена на Россию за то, что ее выбросили из диалога. Франция и Россия вообще не ведет коммуникацию какую-либо. Франция очень обижена на Россию за действия России в Африке и на Ближнем Востоке. Сирии, Ливии, Мали, Чаде, Центральноафриканской республике, там, где вагнеровцы выдавливают Францию из этих регионов. Франция независима от России энергетически. Макрон пытается стать лидером Европы на фоне такого... Ну, друзья, извините, у меня пропал свет, поэтому будем работать вот так на огоньке. Продолжать нашу работу. Мы вас слышим, хорошо. Это главное, и видим, да. Слава Богу. И Макрон пытается стать лидером, политическим лидером Европы на фоне хозяйственного и более связанного по рукам и ногам Шольца. И фактически России выдвинули, Макрон посетил с визитом США, встретился с Байденом, выдвинули ультиматум. Или трибунал, или вы выводите войска, но получите в обмен гарантии безопасности, о которых начал заявлять Макрон, его сразу критиковали. Угу. Этот же ультиматум об отводе войск автоматически поддержали в США Байден и автоматически поддержала Германия. С этим ультиматумом, а этот ультиматум – это не просто ультиматум, это и начало переговоров, понимаете? Это стартовые позиции для переговоров, высокая ставка базовая. С этим ультиматумом я, кстати, связывал и длительное время отсутствие новых ударов по инфраструктуре украинской. И, возможно, действительно, сегодня именно дроны по российским аэродромам вот, поломали эту карту, поломали этот процесс. Не знаю, просто допускаю, вероятнее всего, что именно так. Но вот этот ультиматум, это означает в том числе очень интенсивные закулисные переговоры. В ближайшие дни ожидаю максимальное оживление разного рода посредников переговорных. Вот что происходит. Трибунал, страна, спонсор терроризма, такая жесткая европейская позиция. Выводите войска, тогда будут гарантии безопасности, и мы будем готовы рассмотреть частичное снятие санкций. Вопрос, откуда выводить войска? Вот до меня непонятен, и Франция не конкретизирует этот вопрос. Касается ли это Донецка, Луганска и Крыма, или только захваченных территорий после 24 февраля? Ну, будем смотреть очень внимательно, закулисный переговорный процесс, безусловно, идет, и мы видим его даже по форматам военных поставок в Украину, они уменьшаются, они как бы чуть прикручены, эти военные поставки. Мы видим по определенной политической риторике, за кулисами очень громко, очень-очень тесно, и не знаем, пойдет ли оттуда белый дым или выкатится очередной труп из-под ковра. Посмотрим. Угу. В преддверии, значит, мы весь ноябрь ожидали чего-то громкого и действительно чего-то такого сенсационного. Ну, надеемся, что декабрь будет уже решающий. И последняя тема, которую я хотела с вами обсудить, не успели мы оглянуться, там, прийти в себя после 8-го пакета санкций, так званый потолок на нефть. И тут уже заявили о том, что Еврокомиссия подготовила проект 9-го пакета санкций против Российской Федерации. В проекте 180 пунктов, среди которых санкции в отношении российских банков и СМИ, а также ряд запретов на высокие технологии. Утвердить санкции планируется на встрече глав МИД стран ЕС 12 декабря. Вот, может, этот день будет какой-то решающий, и он что-то принесет полезное. И, в принципе, как бы вы оценили вот все предыдущие 8 пакетов санкций, имеют ли они действительно давление на Российскую Федерацию, и они приводят к окончанию войны? Они, безусловно, нанесли очень существенный экономический ущерб России, сумма которого исчисляется где-то сегодня, с учетом замороженных активов российских, где-то 400-500 миллиардов долларов.
огромный экономический ущерб нанесен России, потому что замороженные активы – это тоже санкции были. Они нанесли огромный репутационный ущерб России, политический, потому что все же в России не ожидали, что ее так быстро и так консенсусно и с радостью выбросят из Европы. Они создают ситуацию постоянного давления, иссякания российских ресурсов, что ведет к ослаблению российского государства и способности продолжать войну. Мы видим, что фактически Европа прекратила основные направления торговли, включая энергетические, с Россией, прекратила любые политические контакты. Между Европой и Россией действительно возникла, не знаю, как ее назвать сегодня, если между Китаем и Западом шелковая стена, то между Европой и Россией, не знаю, наверное, бомбовая стена сегодня возникла. И этот процесс будет продолжаться. Этот процесс будет продолжаться, но в то же время мы должны понимать, что системные большие санкции Европа сегодня исчерпала. Все, что можно было заблокировать уже, все заблокировано. И теперь 180 пунктов будет отдельных людей, организаций, структур, каких-то органов власти. Все будет уже очень дробиться. Европа будет дочищать то, что раньше еще не дочистила. С больших санкций, которые Европа пока не ввела, это полное эмбарго на российские энергоносители. Полное, абсолютное эмбарго на российские энергоносители. И это вторичные санкции. Это санкции в отношении третьих стран, которые продолжают торговлю с Россией. На это Европа пока не решается. Потому что таких стран очень много, начиная от Турции, заканчивая Китаем. И неважные торговые партнеры для Европы. Европа не хочет с ними ухудшать отношения. Поэтому пакетов будет еще много. В этих пакетах будет очень много пунктов. Но это уже будут детали, потому что основное, по большому счету, Европа уже сделала. Спасибо. Будем надеяться, что в 10-м пакете санкций будет полное эмбарго. Посмотрим, да. Спасибо, Руслан Бортник. Вам спасибо большое. До свидания. Директор Украинского института политики. Вы смотрели канал Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы, и мы в следующих эфирах вместе с Русланом будем давать на них ответы. Ведь мы работаем для вас. Берегите себя и до скорой встречи.